В Орле завершен ремонт дорог на средства от сборов системы «Платон». Орловщина по этой программе получила 150 миллионов рублей. Наш регион вновь будет претендовать на дополнительную федеральную поддержку. Об этом на совещании в администрации области сказал губернатор Вадим Потомский. В случае выполнения и надлежащего качества использования этих денег у нас большая вероятность того, что мы в 2017 году по этой программе получим, в том числе для города Орла и для других городов и районов, деньги для того, чтобы, ну, дополнительные деньги к нашему дорожному фонду в 2017 году. С учетом того, что мы идем в очень хорошем, так сказать, темпе по выполнению, то вот этот темп не сбрасывает. Напомним, в этом году наш регион в числе первых в стране получил дополнительное финансирование с федерального центра. Выделение Орловской области этих средств стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым главой нашей области Вадимом Потомским с руководством Минтранса России. В этом году по объему привлеченных средств на дорожное строительство Орловщина на первом месте в ЦФО. В общероссийском рейтинге мы также в списке лидеров. Всего впервые в истории области на дорожные нужды было направлено 4,5 миллиарда рублей.